Главе Tesla Элону Маску удалось впечатлить и автомир, и Уолл-стрит своей новой электрической модели S. За автомобилями большая очередь, а акции выросли на 900%. Посмотрим, что сделают соперники Маска. Они хотят постараться повторить этот успех. Первый претендент — BMW. Вы уже видели этот новый баварский суперкар, именуемый i8, в фильме «Миссия невыполнима. Протокол Фантом». Версия для продажи поступит на рынок в 2014 году по цене 136 тысяч за базовую версию. BMW утверждает, что i8 разгоняется до 100 км в час за 4,4 секунды, используя гибридный двигатель мощностью 362 лошадиные силы. Тогда как Tesla Model S разгоняется до 100 км в час за 3,9 секунды, и в топовой версии установлен полностью электрический двигатель мощностью 416 лошадиных сил. Вы можете купить такой автомобиль за $82 400. Кстати говоря, это почти на $50 000 дешевле, чем i8. Немецкая экзотика оказалась более агрессивной, чем Tesla S, как по дизайну, так и по содержанию. В BMW говорят, что она ориентирована на производительность. По сравнению с легендарной M1 из 70-х, i8 обладает вертикально открывающимися дверьми в стиле Lamborghini, а вместо фар у него — лазеры. Но расположенный в задней части двигатель BMW лишает шансов перевозить взрослых людей на заднем сиденье, тогда как в Tesla опционально есть места для 7 пассажиров. К тому же полностью функциональный багажник и передний багажник. В итоге BMW i8 лучше выглядит, но если только вы не хотите потратить больше денег на менее быстрый, менее эффективный в расходе энергии, менее подходящий для семьи автомобиль, Tesla остается непобежденным чемпионом среди премиальных электрокаров. Переведено и озвучено группой Flex Team специально для сайта teslauto.ru.